Всем привет, вы впали на мой канал под названием Transferred from Belarus. Всем привет, вы попали И на со мой мной канал. сегодня мой друг, Сейчас тебя снова снимать. куда-то Витебска. Да, И привет. со мной сегодня друг Transferred from Belarus. Да, и сегодня у меня включили новый лифт. Сейчас я вам покажу, что изменилось за 1,5 месяца. Как видите, лифт уже работает, но мы сейчас в этом видео на нем не поедем, мы поедем на нем в следующем видео. Вот он работает. Даже он там уже побыл. Ага. Вот, заделали вот тут вот эти дырки. И по углам замазали серым. Вот таким вот. Тут когда-то был вызывник старый. Это вот у нас первый этаж. Пойдем теперь на второй. Ух, я подумал, что тут кто-то стоит. Вот второй этаж. Второй этаж. Угу. Идем сейчас покажу свой этаж. Номер 3. Идем на этаж по номеру. Ага. А ты себе тоже это на канал выложишь, окей? Вот тогда вот сейчас мы это видео вместе снимаем, а поездки отдельно снимем. То есть я один поеду, а потом ты один проедешь, окей? Ну, просто так удобнее, когда один ездишь и всю кабину обзор снимаешь. Ага. Вот, кстати, эту дверь убрали, которая тут стояла. Тут дверь раньше стояла. От квартиры. Я сейчас по привычке хотел нажать, просто потыкать кнопку. Но потом вспомнил, что он уже приедет, что он уже работает. А зачем его в лишний раз тогда вызывать? Тут уже весь мусор убрали давно. Седьмой. А? Идем. Цветы тут стоят. Почти пришли. Восьмой. Так. Восьмой этаж пойдем. Идем на девятый. Ага. Осторожно. Я, кстати, тоже сейчас тоже ничего не упал. Тут одна лампочка только горит. Вот это не работает. С момента. Вот это вот не работает еще с того момента, как старый лифт работал. Ага. Девятый. Жди. Идем. Дальше. Последний этаж. Десятый этаж. О, вот этот люк не поменяли, кстати. Давай, короче, знаешь, что свалим отсюда, потому что там с собакой можно на 10-й этаж ехать. Там чел тут с собакой живет на этом этаже. Короче, вы видели наш лифт? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Короче, это ехали не сюда, а с 5-го этажа ехали. Сейчас я вам покажу, что тут находится. Я это видео склею, потому что я его выключал. Склею его в редакторе. Вот, в общем, тут новая дверь. Закрыта. Она с глазком, кстати, в пленке. Ой, лампочка. Что видно? Дай-ка. Видно, но плохо. Да, через глазок. Со
стороны улицы ничего не увидишь. Опа. Не нажимай, не нажимай. Чего? Не, ну не надо привлекать внимание. А что там? Там улица. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Всем удачи.